Консервированная соленая и копченая рыбка порадует любого гурмана. Натуральное копчение, никаких искусственных добавок и только отборное сырье. Рыбу таких наименований не встретить даже в самых крупных магазинах нашего города. Дамам, следящим за фигурой, особое внимание стоит уделить рыбе марлин. Она считается одной из самых дорогих в мире. Мясо не очень жирное, красноватого цвета, имеет нежный и сочный вкус. Его можно давать даже маленьким детям, поскольку в нем нет мелких костей. Кроме того, на выставке вы можете приобрести зубатку, кальмары, мясо трубача, крабы и различные виды икры. Многие горожане оценили новый ассортимент мороженой рыбы. Лосось, дорадо, лагустина, тихоокеанская селедка. Приобрести ценные деликатесы севера и Камчатки к своему столу вы можете еще до 7 апреля. ТРЦ «Пионер», третий этаж.